Сегодня наше мероприятие проходит в гостинице «Октябрьская» по адресу Софьи Ковалевской, 17. А если сказать более точно, не в гостинице, а на летней веранде. Но вот это у нас такая курительная беседка, красивая лужайка, там качели. Вот это наша веранда. Летняя веранда для летних мероприятий. Веранда такая, ребят, красивая как снаружи, так и изнутри. Через полчаса начало, официанты нарядные работают, диджей готов. Сейчас я вам, ну вот наши гости, у них фуршет. Вот так выглядит веранда внутри. Ну тут до 40 человек. У нас сегодня 20 гостей с небольшим. Но так примерно по объему 40 человек здесь могут прям разместиться комфортно. Красивые цветочные клумбы рядом. То есть веранда приятная. Мы сегодня здесь работаем первый раз. Гостиница «Октябрьская», летняя веранда. Работаем первый раз, и в принципе нравится. Красивая, хорошая веранда, парковка удобная, парковка большая, непосредственно около самой веранды, то есть это для гостей на самом деле очень-очень удобно. И парковка вот в той стороне, около гостиницы «Октябрьская», тоже большая. Вот сейчас есть места и на первой парковке, и на второй. Ну что, вот если в двух словах, вот так выглядит веранда, летняя веранда гостиницы «Октябрьская». У наших гостей фуршет уже минут 20 длится. Сегодня мы празднуем 30-летний юбилей компании по производству мороженой рыбы. Вот так вот. Сеф и Ко. Сеф – это первые буквы имен учредителей, а Ко – это компания. Ну, я попросил расшифровать. Севка. Севка, если читать целиком, я говорю, ребят, как расшифровывается? Они говорят, вот так вот. Это имена учредителей, а дальше компания. Ну что, друзья, в принципе, прям могу рекомендовать это место. Но если хорошая погода, ранней весной и поздней осенью, наверное, здесь, конечно, будет чуть-чуть некомфортно. А, в принципе, в летний период прям здорово можно отмечать здесь мероприятия свои любого характера. Удобное место у диджея. Бар. Вон там, кстати говоря, бар открываются, жалюзи эти. Там прям полноценный бар. Накрывают официанты. Официанты нарядные, приветливые. Скамеечки, все ухожено. Ну, ребят, не нахваливаю. Не нахваливаю, говорю, что вижу. В общем-то, это видите и вы. Сейчас я вам покажу большую парковку. Буквально 3 секунды за цветами следят. Потому что все цветы ухожены, политы, чистенько. Вопрос парковки актуален, я поэтому на этом прям внимание заостряю, что вы сюда сможете приехать и прям припарковаться всей свадьбой, всем корпоративом, всем юбилеем. В принципе, если кто-то остается с ночевой, то молодоженам можно будет остаться в отеле. Вот, остаться в гостинице. Софьи Ковалевской, 17, да, правильно я запомнил адрес. Гостиница «Октябрьская». Там есть еще ресторан. Есть ресторан, то есть мероприятие можно проводить и в самом ресторане. Но ресторан мы вам покажем в другой раз. Всем отличных праздников!